В этой ловушке всего лишь 10 блоков. Ну а в этой в 100 раз больше, целая 1000 блоков. Сегодня ребята построят ловушки из 10 блоков, 100 блоков и даже 1000 блоков. Посмотрим, кто из них лучше всех умеет строить ловушки. Ребят, вы готовы? Да! А, ну тогда ладно. У вас есть всего лишь 10 блоков, и вам надо построить из 10 блоков какую-то очень клевую ловушку. Это уже 8 блоков поставил, что это такое, просто квадрат. Интересный квадрат из 8 блоков. Увидишь. А, ну ладно. А, что это? Ты потратил все свои блоки на то, чтобы просто сделать вход? Давай. Ребят, вы закончили? Да. И вот первая ловушка Кримсона. Налить вкусное молочко с конфетками для лисят. А, ну, я вроде как не лис, так что я пошел дальше. Но вкусное молочко с конфетками я тоже хочу, так что нажимаю. И... ничего, что-то зашуршало. Ай, как неожиданно. Очень неожиданно. А кто теперь эту дырку, интересно, будет заделывать? Да уж. Вот что будет смешать молоко с конфетами. Не повторяйте этого. Пошли. Ладно, все, иду. Склад печенек только для уха. Ладно, идем. А давай ты первый идешь. Что-то тут темно, давай-ка. Что это за этой дверью? Посмотри. Ой. В общем, крутая ловушка. Обрабатывает, видишь, что ты открыл дверь, срабатывает раздатчик, он пуляет стрелу. Эта стрела активирует поршень, а поршень сбрасывает на тебя. Огромный булыжник. Ой, привет, лягушачий король. Ну, почти. Как я помню, ты просто сделал огромную стену и все. А, что это? Ты потратил все свои блоки на то, чтобы просто сделать вход? Что, чё за ловушка-то? Чё? Да. Что ты от меня ждешь? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Ты думаешь, что я туда пойду? Я просто возьму и сделаю подкоп. Ха. Кто? Что вы тут делаете? Да не мстят мне с того видео про 100 дней выживания. Ой, алмаз. Ну все, это война. Я объявляю войну всем крипиксам. Это твои подчиненные пришли поставить нет, тебе 10. Нет, он нас в рабстве держит. Привет, сухарик. Привет, смотри, что печенье хочешь? Это твоя ловушка? Да. Ну давай возьму. Спасибо. Я как раз голодный был. Да. Ой, как выйти? Зачем я сюда вообще зашел? И последняя ловушка. Короче, я бродил по миру и нашел вот это. Внутри алмазы. Они там есть? Да, есть. Наверное. Что-то я их не вижу. А что в раздаче? А ты зайди, тебе дадут алмазик. Я его сам забрал. Сухарик, я тебя ненавижу. Придумайте что-то новое, это уже устарело. Давно уже устарело. Это были постройки всего лишь из 10 блоков. Теперь они будут из 100 блоков. И значит, что они будут, ну, типа, в 10 раз круче. Я надеюсь, что из 100 блоков вы не построите обычную ловушку с нажимной плитой и четырьмя дверями. Построим, почему бы и нет? Это уже должна быть какая-то суперсовременная и прям крутая ловушка. Ловушки из 100 блоков готовы. И мы сейчас будем в них попадаться. Привет, Кримсон, я за твоей спиной. Ну, давай-ка глянем на твою ловушку. Вроде с виду это даже не ловушка, а просто пустыня. Хотя пустыня сама по себе ловушка, потому что здесь есть кактусы, об которые очень больно кусаются. Возможно, здесь лежат алмазы. Ха, вы думаете, что я так легко проведусь и буду стоять вот здесь? Нет, я точно знаю, что подо мной пропадут блоки, и я упаду, так что я залезу на сундук. Ну чё, не ожидал такого, да? Не ожидал? А чё? Где все? Алмазов нет. Ё-моё! А! Что? Нет! Почему так? Я же вроде все просчитал на этот раз, почему я все равно упал туда? Ду-ду-дум, пришел мой истинный момент! Вот так ему. Видели? Кримсон, ты меня сбросил в яму, в которой были какие-то камни, и за мной наблюдали лисы. Маленькие Кримсоны, а может даже и Сондеры. Это останется загадкой. Я все просчитал, я не должен был попасться в эту ловушку. Но я все равно туда попался. Короче, я ставлю 10 из 10, потому что эта ловушка смогла меня поймать, хотя мне кажется, что я просчитал прям все. Это полку, короче, добогался. Че это? Да, давай. Ты что в пещере это... делаешь вообще? Да, это не пещера, это типа замок. Давай, попробуй. А, типа замок. Типа замок. Замок. Ладно, давай я прыгаю. Хоть. Ну...
Честно сказать, этого я совсем не ожидал. Я думал, я допрыгаю, там динамит будет, а ты... Ой, то есть, а ты просто взял и скинул меня вниз. А стой, давай-ка я еще раз попробую очень быстро побежать. Да. Ладно, мы сделаем вот так, хитро. Все. Нечестно. Это ты построил из 100 блоков? Ну, крепость прям замечательная вообще. Что тут? Палатка моего деда. О, что на фоне делает подозрительная гора? Сначала мы ее проверим. Ой-ой-ой. Там ничего нет. Там ничего реально нет. И по идее сейчас я зайду и все, да. Так, прощай, я захожу. Какая-то книга, но я до сих пор жив. Читаем. Рецепт пирожков с оливье. Сделать оливье, замесить тесто, раскатать лепешки. Ой, я не понял, меня салат что ли съел или что? Я требую объяснений от оливье. Что это было-то? А потому что рецепт никто не должен знать. А. Слишком странная постройка. Никто не идите туда, не смейте. Там настолько ужасно, что ли? Первый день. Ой, как темно. Давай. Так, ставим фонарик. Тут сверху лава капает, ты не видишь? Вон. Мелочь. Ой. Что? Ой-ой-ой. Что происходит, я не понимаю. Нас засыпало. Ничего это. Ух, нас засыпало. В общем, у меня есть план, смотри сюда. Скорее, надо скорее. Давай. О, все, вот так, хорошо. Ой, а я же сейчас сгорю просто, печеньку надо. Я могу выкопать проход. Давай. Пошли. Хоп, все, вот выход. Почему-то лава меня не кусает. Эй, ты что делаешь? Ой. Ты не выйдешь отсюда. О, зачем вы меня тут закрыли? Ой, спасибо. Ой. Погребили Джаджу. Прям погребили. Чей это домик? Беги в этот дом, как ФСБшник. Дайте мне просто автомат, хотя мне не нужен автомат, потому что я так... Это Ф... А, стоп. Недочетик. Если честно, из-за того, что был недочетик, эта ловушка взбесила меня больше всего. Печалька. Ну что там, ловушка твоя работает? Видимо, не работает. Работает? 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 Ну, типа... Стоп, а что происходит? Почему тут какие-то пузырики, я не могу выбраться? А, стоп, как выбраться? А у меня воздух-то не... Это бесконечная ловушка! Эти пузырики дают мне воздух, и я даже не могу задохнуться. И выбраться я тоже не могу. Теперь мне придется здесь жить вечно. О, мне дали назовитый топорик, так что я сбегу. Изи, хопа, все. Знаешь, твоя ловушка не проработана, если у меня есть назаритовый топор. Но так как у меня его нету, она проработана, и мы ставим 10. На печеньку, не грусти. Ставим лайк, чтобы он не грустил. Один лайк, одна печенька. На тебе тоже печеньку. О, он там печеньки сидит, кушает, я тоже буду кушать. Давайте все вместе дружно кушать печеньки. Шо это за домик для девочек розовый? Ну, розовый это вишня, типа, это сакура. Да, это такое дерево красиво, монотонное. Чё? Да я не пойду, у меня только дубы вон, я пошел в лес жить. Ну что, я обиделся на тебя. Давай, так уж и быть, зайду в розовый дом. Дом Ренгоку Кеджира Пресеф. Чё? Заходим. Выходи, это самый обычный домик. Самый обычный домик, в котором лежит 250 тысяч, в котором ничего нет. Да... Перед тем, как взорваться, я успел получить полный сет незаритовых вещей. Надо было просто взять тотем бессмертия. Получается, это были ловушки, которые вы построили из 100 блоков. И теперь самый интересный момент. Когда вы построите ловушки из 1000 блоков? Они должны быть очень эпичными. И я вижу, что Кримсон уже там что-то для них готовит. Будешь печеньку? 4 штуки только осталось. Одна печенька только осталась. Это самые крутые ловушки из 1000 блоков. Ну, я как минимум надеюсь, что они будут крутыми, и что вы меня не разочаруете, ребята. Привет, лягушка. Хочешь яблок? Привет, Кримсон. Если твоя ловушка будет такой, которую я еще никогда в жизни не видел, то я поделюсь с тобой своей последней печенькой. Захожу внутрь ловушки, здесь... Ловушечный паркур. Ладно, проходим паркур. Мне кажется, это уже такая мощная ловушка для меня. Проходить паркур. О, я почти прошел. Мне кажется, что ты что-то пропустил. О, куда этот челик провалился? Кримсон, как туда попасть? А, тут вон там есть нитка, мне надо ее зацепить. Да что такое? Я не попадаю туда. Кримсон сам в шоке, почему я не попадаю туда. Эта ловушка вышла за все пределы и стала супер ловушкой. Испугался? Кстати, тебе туды. А, тут внизу лава была. Я ее даже не заметил, если честно. Клево. Но я сделаю вот так, теперь кто-то туда упадет. Лук и стрелы на моментальный урон. Странная ловушка, больше похожа на какое-то испытание. Хотя, может, в этом... Ой. Что это было за пулемет? Я просто не удивляюсь после всего того, что вы со мной сделали. К
Кримсон, что ты за монстра создал? Это место непригодно для жизни, понимаешь? Там стрелы летят. Как из автомата. Помнишь, я тебе говорил, я поделюсь с тобой последней печенькой, если твоя постройка меня удивит. Помнишь? В общем, твоя постройка просто... удивила. Да что такое? Повсюду одни ловушки. Я не хочу больше сниматься видео с ловушками. Ой-ой-ой. Это лиса. Ее нужно спасти. Говорят, нужно подойти и и вот так тут сломать бабок. Так я так и хотел сделать. Ой, где я? Чё? Почему здесь так много этих лис? Ой-ой-ой, чё за джентльмен? Лис. А, там куда-то вниз они провалились. Я просто с краешку стоял, а там кто-то провалился вниз. Ловушка не сработала. Да уж, если честно, твоя ловушка разочаровала меня. Я надеюсь увидеть самое лучшее в своей жизни. Да ё-моё! Ты думаешь, это смешно? Извиняюсь за этот смех. Ладно, все, я ухожу смотреть другую постройку. Нет, стой, я тебе лисенка верну. А, кстати, да, я его должен был спасти. О, лисенок, привет. Тебя. Да куда он убегает? Я же тебя спас. Да что такое? В этом лесу никого не найдешь. Пирамида с ловушкой? Да. Ну, кто идет первым? Наверное, лук первый. Ну, иди тогда. Давай, ладно, я пошел. Какая-то кнопка. Ой-ой-ой, кажись, вот ловушка из 1000 блоков. Ладно, давайте идемте осторожно. Ой. Уходи первый. Стоп, эта ловушка нас может убить. Мы даже до ловушки не дошли, она нас уже уничтожает. Давайте вы спуститесь. Не, давай. Давайте я забыл. Ты меня прикрой. Неверный путь. В смысле. Тут много скелетов. Главный герой был уничтожен. Но главный герой не сдается и берет меч в две руки и идет в атаку. Я тебя прикрою, Кримсон, давай. Ух, мы всех победили. Ну, вы всех победили, я ничего не сделал. Неверный путь, но это мы уж поняли. Надо было пойти в левую сторону, я так и хотел сначала. Ой-ой-ой, что это? Ой, тут так темно на этом пути. Ладно, я иду. Ничего не видно, дайте факел. Золото, я в шоке. Ну, тут 100% ловушка, я уже знаю. Так, сейчас открываем сундук, забираем все и быстро убегаем, понятно? Быстро. Ой. Бегите. Ой, нет, тут нет, выход закрыт. Oh no. Ладно, типа я выжил. Ловите аптечку. А как мне выбраться отсюда, ребят? Ну, все. Вот, делаем так. Ой, да что такое? Иди сюда, ух, быстрее. Я сейчас сгорю. Ух, нет. Типа я смог выжить, хотя нет, я не смог. Воды, срочно. Иди быстрее. Слишком жесткая ловушка, из нее невозможно сбежать, как бы ты этого не хотел. Это твоя ловушка, что ли? Особенно там что-то вижу. Эндер жемчуг. Я выбрался. Я думаю, что что-то есть за картинами. Хотя за ними ничего нет. О, привет. Меня тут заперли. Что делать? Где же тут выход? А, там что-то под столом есть. Там под столом есть еще одна бочка с топором. Этим топором можно сломать светокамень. И что делать? Бросать, что ли? Ты победил. Круто победил, теперь я в бесконечной бедроковой коробке. Не смешная ловушка. Кажется, это очень жесткая ловушка. Тут даже лягушка сидела. Это башня мага, древнюю магию украсть. Ну не сверху вниз, а слева на... Знание украсть магию древнюю мага башни. Это что? А, это башня мага отшельника, который изучал древнюю магию. Ты заявился к нему, чтобы украсть знания о ней и стать сильнейшим. Что? Пойдемте. Заходим внутрь, поднимаемся наверх, и здесь очень страшно. А чё не сработало? Чё не сработало? Что-то, мне кажется, мы должны были взорваться, но все хорошо. Не-не-не. Мне кажется, это видео надо будет назвать не то, как вы строите ловушки, а то, как у вас ловушки не получаются. Да вообще не получается. А ну спустись обратно. Ладно. Почему эта лягушка так пристально на меня смотрит? Ой. Ладно, пойдемте. Поднимаемся. Ой, лестница сломалась. Где мы? А, почему нас тут так много? Я никого не вижу, я ничего не вижу. Внизу лава, делай что-то, Кримсон. Ой-ой-ой, Кримсон, кажись, нам конец. Вместе. Прощай, посмотри на меня. А, нет, не успел. Ну, как-то я вообще не удивлен, потому что ловушки должны быть удивительными. Все, на этом кончается весь этот апокалипсис с ловушками. Я больше не хочу и слышать слово ловушки, ребят. Все, особенно твои. Все, всем пока. Давайте все пойдем спать. Ой.